Олег Иванович, ну как ваше самочувствие? Рассказывайте. Нормально все. Это хирург Александр Щегорцов. В его семье от супруги до дяди все медики. Я поехал по программе «Земский доктор» в район. Отработал 3 года, я не полный срок. Ну, так как я здесь ранее работал медбратом в этом отделении, вот когда появилось место, доктор уехал, ну, так сказать, на повышение поехал в краевую клиническую больницу. А так вообще опыт, полученный в районе, он бесценен. За недоработанный по программе 2 года пришлось возвращать деньги – 400 тысяч рублей. Александр мог бы покинуть родной край, его звали работать в больницу на Сахалин, но остался. Есть и другие примеры, можно сказать, патриотично настроенных врачей. Анастасия Чугунова работает участковым терапевтом в селе Петропавловское. Район хороший, люди доброжелательные, в принципе, все устраивает, программа хорошая. Зарплата тоже устраивает, если не секрет? Ну… Могло быть и больше, но мы бы не отказались. На форуме молодых врачей вопрос зарплат поднимался неоднократно. Именно финансы называют главной причиной оттока кадров. Но в региональном Минздраве считают, что проблема не только в деньгах. Формирование уровня заработной платы – это недалеко не первопричина. Сегодня есть субъекты Российской Федерации, где уровень заработной платы далеко за 200 тысяч рублей. При этом уровень укомплектованности врачей и медицинского персонала, ну, даже несколько хуже, чем в Алтайском крае. Поэтому, конечно же, формировать заработную плату, достойную заработную плату мы должны. И сегодня мы будем об этом говорить. Проблему нехватки кадров планируют решить увеличением бюджетных мест в медицинском вузе с 500. Их число вырастет до 620. Еще будут тщательно готовить абитуриентов. Раньше дополнительные занятия для будущих медиков проводили только в 3 районах края. Теперь их число возрастет до 32. Возможность для профессионального роста. Он признан как специалист, а заработная плата – это в том числе тоже фактор признания. И ему комфортно жить там, где он сейчас находится. Это вот 3 важных фактора, которые должны необходимо решать для того, чтобы доктора не просто там закрепились где-то, они хотели здесь работать, хотели жить и хотели здесь развиваться. Не было ли мысли уехать, бросить все здесь? Были мысли, но… Ну нет, наверное. Все-таки нравится природа, нравится место, вблизи семья. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.